Дело в том, что 23 октября будут митинги по всей стране, и традиционно режим всегда выбрасывает, вот мы уже статистику видим, и люди на это внимание обращают, говорят, о, опять что-то они там негативное выбрасывают. Ну вот, в частности, по Америке они там начали выбрасывать, все смеются, мы уже пояснили. Я хочу сказать следующее. Я хочу обратиться к молодежи. Если вы не будете прилагать свои усилия, я сегодня в Инстаграме прочитал, это вы, старшее поколение, виноваты, что мы живем так плохо. Я задаю вопрос. Через короткое время ты будешь старшим поколением, и у тебя будут дети. А они тебе скажут, что ты виноват. А не проще ли сейчас влиться в эту борьбу, создать ячейку, прийти на митинги, сейчас менять? Что, каждое поколение будет винить своих родителей, что ли? Поэтому я хочу сказать, 23 октября, 12 часов дня, митинги по всей стране. Мы опубликовали плакаты с местоположением в том или ином городе, около 20 городов, места в тех или иных городах. Мы призываем молодежь не стоять в стороне. Правильно, в России существует лозунг для молодежи. Стыдно стоять в стороне, стыдно быть нищим, стыдно жить в такой коррумпированной стране и стыдно ничего не делать, чтобы это изменить. Только объединенными усилиями, мы, одиночки, если объединимся, то тогда мы добьемся перемен. Поэтому я обращаюсь, пользуясь этим случаем, к молодежи, призываю 23 октября прийти на митинги и решить судьбу нашей страны и добиться, чтобы у вас было крутое будущее, и чтобы мы совместно построили крутую, сильную страну.